После двух месяцев переговоров с тарифами наконец определились. Однако для перевозчиков это временный компромисс. Уже к осени они будут делать новые перерасчеты и требовать нового повышения цен. Напомню, изначально маршрутчики настаивали на тарифе в 27 рублей. Сейчас предварительная договоренность на тариф в 17 рублей уже есть. Но, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Так что перевозчики заранее предупреждают, если что-то пойдет не так, они готовы к кардинальным мерам. Мы будем делать перестановку на 2 часа 20 числа. Потом, если что-то, ситуация не изменится, будет перестановка уже 27 мая с 9 часов до 13. И 3 июня уже на сутки будет. Забастовкой водители грозили и месяц назад, но тогда удалось все-таки сесть за стол переговоров и совместными усилиями составить целое тарифное меню, установить цены на проезд и днем, и ночью. Спокойно сели и спокойно договорились. Сейчас эта работа продолжается. Я думаю, вот в этом ключе надо дальше работать. Ну а бастовать, там, шантажировать, ну это что это? Новые расценки должны еще пройти много согласований в прокуратуре, службе по тарифам, комитетах горсовета и, наконец, на сессии горсовета. При условии, что новые тарифы установят, а вероятность этого очень высока, в администрации города ждут от перевозчиков соответствующего улучшения качества обслуживания, в частности, обновления автопарка. Евгения Панарина, Даржи Чайдопов, новости дня.